Весенняя уборка стартовала рано утром по всему району. На центральной площади города самый настоящий парад коммунальной техники, задействованный в субботнике, принимал заместитель руководителя районной администрации Михаил Каратаев. Мы открываем первый субботник в рамках весны 2017. У нас запланировано два общеобластных субботника. Одинцовский район принимает участие в этих субботниках в обязательном порядке. У нас ожидает сегодня выход 17 700 человек. Все поселения района участвуют, все предприятия района участвуют в этом субботнике, привлечена общественность, и все предприятия, которые задействованы, они все будут оснащены инвентарем, более 7 тысяч инвентаря будет выдаваться, техника в размере 150 единиц будет работать на территории района. С новой коммунальной техникой, специальными уличными пылесосами, поступившими на вооружение предприятий Одинцовское городское хозяйство, лично познакомилась и первый зампред областной думы Лариса Лазутина. Лариса Евгеньевна отметила, что никакая техника не сможет полностью заменить участие в субботнике простых людей, которые выходят наводить порядок рядом с собственным домом, в своем дворе, в своем городе. Уже ранее и жители, и все службы у нас убирали весь наш район, весь округ. Это было очень заметно, хотя погода нам порой и мешала, потому что только убирали, начинался снег или снова вновь дождь. Очень рада тому, что все откликнулись. Я считаю, что мы выросли на этом. Мы должны беречь и сохранять. Как обычно, активное участие в субботнике принимали сотрудники администрации и муниципальных предприятий. Улицу Садовую убирали работники финансово-казначейского управления. На Молодежной за чистоту сражалась телерадиокомпания «Одинцова», а улицы Говорова и Новоспортивную приводили в порядок активисты из политической партии «Единая Россия». На сегодняшнее мероприятие, на сегодняшний субботник вышло более 1000 партийцев по всему району. Все партийцы находятся на самых тяжелых участках. Мы всегда готовы поддержать город, район. Должен быть всегда в чистом состоянии. В результате экологической акции, которой, собственно, и является любой субботник, было собрано и вывезено около 1700 кубометров мусора, приведено в порядок 420 дворов и 310 детских площадок. Следующий областной субботник пройдет в районе 22 апреля. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».